В Украине стартовал внеочередной призыв в армию. Об этом сообщает пресс-центр Нацгвардии. До 31 августа для прохождения службы будут отбирать мужчин призывного возраста от 20 до 27 лет. В Генштабе отметили, что дополнительный набор необходим для обеспечения охраны судов и подсудимых. Призванные срочники не будут нести службу в зоне АТО.